В 17-й школе Черкесска прошло профилактическое антинаркотическое мероприятие, на котором медицинский психолог республиканского наркотического диспансера рассказал школьникам о вреде курения. Как школьники восприняли данные лекции и что они для себя усвоили, в репортаже Карчи Биджиева. Не секрет, что наркотические вещества на корню уничтожают жизнь человека, и даже табакокурение может привести организм в печальное состояние. Табачная империя является глобальной проблемой для всего человечества, так как воздействие табачного дыма – это одна из причин смерти, болезней и инвалидности большого числа людей. Так, в одной из школ Черкесска медицинский психолог республиканского наркотического диспансера в доступной форме яркими примерами обратила внимание детей на вред этого яда. Мы все с вами знаем, что употребление никотиносодержащих веществ и курение на сегодняшний день все еще остается очень актуальной проблемой. И, конечно же, мы должны информировать об этом молодежь, так как именно молодежь на сегодняшний день является основной мишенью для табачных компаний в плане производства новых современных никотиносодержащих веществ. Поэтому ребята, конечно, должны иметь в виду все эти последствия, к которым приводит употребление никотиносодержащих веществ современных, и, конечно же, уметь вовремя противостоять этому. Ну, антинаркотическое у нас уже в 7 классе, например, есть. Оно, знаете, с чего начинается? Оно начинается с ответственности, которая возлагается на детей, либо на их родителей, на законных представителей в случае столкновения с такой проблемой. То есть в 7 классе мы сразу детей не пугаем страшными картинками и видео, да? Мы им потихонечку вот это все преподносим. После лекции о вреде табакокурения ребята для себя усвоили кое-что очень важное, а именно, как этот яд активно влияет на несформировавшийся организм, постепенно разрушая его. Школьники пришли к выводу, что физическое здоровье важнее, а здоровье, как мы знаем, не купишь. Наркотики – это зло. Употребление наркотиков незаконное приводит к зависимости. Употребляя их, человек губит сам себя, того не понимая. Я за общество против наркотиков. Нельзя употреблять вещества, которые запрещены, потому что при их употреблении может быть летальный исход, и это очень вредно для здоровья. Может случиться рак легких или хуже – летальный исход. Люди, которые зависимы от наркотиков или просто попробовавшие их однажды, творят немыслимые вещи. Они губят свое здоровье. Я за общество против наркотиков. Для учащихся также был показан фильм о вреде табакокурения и употреблении снюсов, алкоголя и кальяна. Их пагубное влияние на организм человека, а также о тяжелых последствиях употребления других наркотических веществ. Карчи Биджиев, Ислам Урумов, Вести Карачаево-Черкесия.